Через 7 минут первые пожарные подразделения, прибывшие на место пожара, наблюдали уже открытое горение данных складского помещения, что значит обуславливается тем, что было позднее сообщение о пожаре. Также пожар уже имел развившуюся форму. Тушение пожара осложнялось тем, что на месте пожара было большое столпотворение людей, которые стихийно эвакуировали товары народного потребления. Сложным подъездом пожарной автотехники к месту пожара, так как это было рабочее время, было много припаркованных автомобилей. Слабым давлением на объектовом пожарном гидранте, отсутствием противопожарных разрывов. К моменту прибытия площадь пожара уже составляла более 1000 квадратных метров. Причина пожара на данный момент устанавливается, так как до сих пор на месте пожара проводятся работы по проливке и разборке, поскольку складское помещение имело высокие стены бетонные, обрушилась кровля, обрушились бетонные стены, и на данный момент пока ведутся работы по их разборке.